Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня я хочу вам показать, как я моделировал тоже несложную модель звезду, которую я когда-то делал. Начинал я с простых моделей, что и вам, конечно же, советую. Потом переходил к более сложным. Так же самое будет мои видео усложняться, модели в них будут более сложные. Это видео записал сегодня утром, вот так что как бы мой голос сначала, извиняюсь, конечно, за это, сонный, но потом я проснулся и более-менее там начал что-то вам рассказывать четко и понятно. Значит, это видео о том, как я первая его часть моделировал саму модель звезды. Вот, а вторая часть — это создание матрицы. Вот какие я применял там инструменты, какие секреты, если можно так сказать. Я думаю, что это видео вам поможет в вашей работе. Смотрим. Так, сейчас создаем модель звезды. Как ее создать, покажу. Потом как ее перенести в ArtCam. Потом как сделать там матрицу с несколькими штук, 8 там что ли. Там помещается матрица этих литейных матриц, короче. Одна матрица, в которой будет несколько звезд. Так, вначале мы переходим в раздел 3D Max формы. Ищем здесь Star. Выбираем здесь вид сверху. Горячая клавиша T. Делаем на весь экран. Кастомайз, настройки, Unit Setup. Здесь стоит сантиметры. Ставим миллиметры. Миллиметры, окей. И здесь тоже миллиметры. Теперь наша сетка в миллиметрах. Теперь, значит, замеряем наши размеры звезды. Надо показать звезду, которую я сделал. Вот, как она у меня получилась в литейке. Так, примерно ее размеры. Короче, будет миллиметров 16, наверное, примерно. 20 миллиметров. Так, хорошо, размеры знаем, 20 миллиметров. Создаем циркл, чтобы вписать в него нашу звезду. Ну, вырубается, если не занимался. Итак, есть у нас окружность. Мы сохранили его. Файл наш. Записываю с помощью Bandicam. Почему-то видео останавливается постоянно. Потому что нажимаем на горячие клавиши, скорее всего. Ну да ладно. Переходим в раздел формы, shapes, star. И здесь сейчас начнем. Пятиконечная звезда у нас.
можем сделать привязку. Вот, grid points. Вот мы точно привязываемся к центру. И здесь задаем нашу звезду. Таким вот образом. Радиус 1, радиус 2. Первый радиус выставим 1. 1 градус. Да, все-таки горячие клавиши, я выключаю все. Так, поставлю. Так, продолжаем наше моделирование после настройки Bandicam. Так, кто у меня тут спрятался-то? Да. Задаем, значит, угол поворота вот этой настройки. Ну и теперь по 1 градусу уже перемещать. Так, вот наша звезда получилась. Ctrl S сохраняем. Так, теперь нам нужно ее сделать объем. Mass плюс выключаем сетку, переходим в ортогонический вид и применим модификатор. Модификатор экструд. Нет. Просто конвертим ее в editable poly. Так, конвертировали в editable poly. Угу. Теперь нам нужно добавить точку в центр и соединить с ней ребра остальные. Так, вообще попробуем это сделать. Вид сверху Z. Включаем сетку. Так. Это была кнопка такая Remove Isolate. Пойдем другим путем. Cut, резать и через вот эти вот точки делаем. Можно теперь выключить, у нас центр есть. Так, отлично. Получились наши грани будущей объемной звезды. Но нам еще нужно эти грани тоже добавить. Включаем инструмент Cut. И создаем грани.
все, да? Отлично. Теперь выделяем все наши точки. Выделяем инструмент Weld. Создаем самый маленький размер. В том плане, что на каком расстоянии будет соединяться. Weld — это значит слить точки. Вот нам пишет before, after, после этого размера. Если мы увеличим размер, то after 6 вообще получилось. Нам просто для проверки, чтобы если мы инструментом cut не попали в точку, а где-то рядом она получилась, то этим инструментом weld, vertex, мы сливаем их в одну. Но у нас все в порядке. Жмем ОК. Теперь нам нужно эту точку. Если бы, допустим, она сместилась бы, правой кнопкой мыши жмем бум-бум. И все, она в центре, точно в ноль. Сохраняем. Теперь нам нужно задать, значит, высоту нашей звезды. Ее высота 5 миллиметров. Выделяем эту точку. Вид. Фронтальный вид выбираем. И, значит, подбираем, какой кнопкой поднять. Скорее всего, это Z. Да, Z. Ставим здесь точный размер. 5 миллиметров. Все. У нас на высоте 5 миллиметров. Так, сохраняем. Теперь еще у моей звезды присутствует бордюр. Выключаем сетку, нажимаем инструмент border, это граница, жмем, и сразу нам выделяется вся нижняя часть. Нам нужно закрыть нижнюю часть, так как у нас здесь получилось отверстие. Жмем cap, и все. Отверстие у нас исчезло. Получилась цельная модель. Так, выбираем нижнюю часть и зададим размер 2 миллиметра. То есть создадим бордюр. Создадим бордюр в 2 миллиметра. Нажимаем на экструд, выдавливание. Задаем здесь 2 миллиметра. Группе. Так, соглашаемся, включаем сетку. Давайте проверим, 2 миллиметра это или нет. Так, эта точка по Z у нас находится в нуле, эта точка минус 2 миллиметра. Отлично. Вид сверху. Сохраняем. Жмем сохранить как плюсиком. Плюс. Так. В 3D Max наша звезда готова. Что можно еще сделать? Можно выделить вот эти грани и добавить им сглаживание. Давайте выделим всю модель. Она у нас в одной группе сглаживания. Даже непонятно какой. Очистим и зададим, допустим,
автосглаживание. У нас получилось 11 групп сглаживаний. И проверим, где какая. Вручную задавать каждой вот этой поверхности свою группу сглаживания, чтобы она была ребристой. Давайте рендер поставим. Видно, что здесь нету четкого ребра. Ладно, вручную очищаем все. Снизу сразу назначаем и группу сглаживаем. Есть. И вот это каждому этому ребру мы задаем группу сглаживания. Это вторая, третья, четвертая. А это уже есть. Так, по кругу теперь дальше. Остановились на 11. Поехали дальше. Хватит мне этих групп. Должно задали группу сглаживаем, сохранимся на всякий случай. Так, и жмем сюда, проверяем. Да, все наши группы сглаживания на месте. Так, что теперь? Так, ну что, 3D Max мы закончили. Я смотрю сейчас на готовую модель, которую я делал, когда работал в литейном, в неком маленьком литейном предприятии, частной фирме, и делал такие вот формочки. Использовал ее 3D Max, конечно же, потому что эта программа универсальная, потому что в ней есть точные размеры. Как-то я пытался использовать, передо мной работал там товарищ один, но он уволился, и он использовал программу Rhino. Поставил я эту программу Rhino, она мне не понравилась вообще, там не было даже сетки, как здесь, видите, включить, выключить можно. Точно поставить точку, точно поставить ребро, в общем, можно задать точнейший размер. Там ничего этого не было, или я просто плохо разобрался. Я не стал разбираться, короче говоря, и остался в программе 3D Max. Вот. И потом, после 3D Max, естественно, мы перенесем все это дело в ArtCAM. Так, что еще я тут хотел? Вроде бы сюда. И сверху. Клавиши F3 делаем прозрачной нашу модель, остаются только ребра.
делаем рендер и видим, что все наши ребра встали. Вот что я хотел вам показать, кстати, да. Для чего же мы делали эти группы сглаживания. Так, выберем здесь. Давайте custom HD рендер. Вот наша модель. С четкими гранями, с четкими ребрами. Давайте сделаем ей. Можно применить модификатор Turbo Smooth, короче говоря, быстрое сглаживание, которое меняет нашу модель. Ну, есть один, чтобы это вот, видите, оно вроде на звезду похоже, но нет четкости. Добавим еще группу сглаживания. Вот, и она совсем получилась похожа на медузу. Давайте с этим как-то бороться. Выделим все наши ребра. Age. И зададим world. Нет. Чамфер. Сделаем чамфер. Минимальный чамфер. 0,1 миллиметра. Так, и теперь проверим, что у нас получилось. Включаем рендер и смотрим. Кое-где он не подействовал. Одну группу сглаживания оставим. Просмотрим. Все равно слишком большие ребра. Так, выключим. Давайте, значит, попробуем соединить вот эти точки тоже точно так же, как мы делали в начале. Включаем сетку. Можно F3 нажать. Инструмент Cut. И через центр. Не хочет через центр. Так, зададим здесь точку. Insert Vertex. Вставили мы точку. Переходим в точки и выставляем ее точно в центр правой кнопкой мыши. Все, по высоте выставлять мы ее не будем, ясное дело. Так, включаем инструмент Cut по новой. Соединяем вот эти точки. Так, и здесь еще. Главное внимательно быть, чтобы ничего не пропустить. Иначе потом будет неприятно все это переделывать. Так, инструмент Weld. Минимальным значением. Before. 23 на 1 меньше становится. То есть где-то какая-то точка ушла в сторону. Мы их соединили. Проверяем еще раз. Weld 22 из 22, отлично. Смотрим, не слились ли наши грани. Не слились. Так, вид снизу. И теперь давайте попробуем опять для Turbo Smooth сделать чампер. Минимальный чампер. Задаем. Применяем Turbo Smooth. Смотрим.
Все равно она. Меняем. Давайте попробуем сделать более большой чамфер. Да. Похоже, здесь очень долго придется мучаться с этим чамфером. Так, наконец-то я нашел решение нашей проблеме, образовавшейся. Вот как получилась наша звезда с модификатором TurboSmooth. Здесь получились гладенькие грани такие у нас, видите, да? Вот они пошли сюда. Вот. Как же я этого добился? Значит, я в модификаторе, в инструменте чамфер сделал 0,31 миллиметра и 2 ребра. Получился такой результат. Так, смотрим опять. Переходим к TurboSmooth. В TurboSmooth все получается отлично. Ну, практически. Так, давайте снова подправлять. Ставлю на паузу. Так, у нас здесь образовалось очень много точек. Ставим вид сверху, приближаем. Можно их попробовать слить в одну, но тогда исчезнут грани. Давайте проверим. Так, коллапс. Вот, слились они в одну точку. Входим в TurboSmooth, смотрим. Плохо получилось. Отменяем Ctrl Z, вид сверху, Z приближается нашим точкам. Так. Нам нужно. Что нам нужно? Так, давайте используем инструмент Target Weld. И будем сливать вот таким вот образом наши точки. Так, применяем теперь TurboSmooth. Посмотрим, что же оно выдаст в этот раз. Выдал опять ерунду. Выделим все эти точки, проверим на слишком маленькое расстояние. Увеличим его. Уже 1/10. Если вообще выключить, останется. Так, давайте так оставим, посмотрим, что получится. TurboSmooth. Рендер. Опять нету верхней части. Отменяем.
оно все сгладит, естественно. А если одну тысячную? Так как сдалека нормально, вблизи приближаюсь. Может, я слишком близко приближаюсь. Здесь ужасно. Вот. Чуть подальше, как там смотришь. Море. Отлично все. Честно. Замечательно. Хорошо, давайте ставим так. Инструмент как бы позволяет. Можно сглаживать, можно не сглаживать. Сохранить как? Добавим плюсик. Это у нас модель сглажена. Потом закинем оба и проверим. Обе модели и проверим. С сглаживанием и без сглаживания. Так, удаляем Turbo Smooth. И удаляем все наши дополнительные ребра. Посмотрим, как оно так выглядит. Тоже ничего. Все-таки мы их сольем вместе. Так. И сохраним как. Без сглаживания. Без сглаживания. Так, сохраняем. Так, хорошо, в этой модели, в этой программе мы уже все, что мы могли сделать, мы сделали. В принципе, вот это вообще можно удалить. Нижнюю часть вот эту. Удаляем, жмем горячую клавишу 3, это наш бордер, точки 1, ребра 2, бордер 3, полигоны 4, вся форма 5. Так, и кнопка кап соединяет нам, получается наша модель. Включаем сетку, и теперь нам нужно нашу всю модель поместить точно в ноль. Не то выбрал я. Чтобы точно это сделать, нам нужно, давайте попробуем перенести пивот point, пивот, то есть точка привязки, вот этот квадратик у нас сейчас, вот видите, пивот, здесь эффект пивот only центр, он переместился в центр, непонятно куда, где он центр нашел, где-то вообще в стороне, ну да ладно. Так, вот наш пивот, ага, внизу,
все. Так, pivot point у нас в нуле. Угу. Так, значит, здесь у нас 2 миллиметра, да? Поднимем всю модель на 2 миллиметра. Это у нас она будет точно по нулям. И давайте теперь пивот перенесем тоже в ноль. Все, пивот point у нас в нуле. Сохранили. Cutterless. Это сохранение. Так, все. Звезда наша готова. И переходим в ArtCam. А, перед этим же, да. Мы экспортим. Экспортим в STL. Формат STL. Вот он. STL. Даем название. Звезда. Звезда STL. Сохранить. Object name тоже давайте. Звезда. Окей. Так, ставлю на паузу и переходим с вами в ArtCam. Так, мы с вами в ArtCam и начинаем. Так, файл, новый, модель. Ее размеры 20 миллиметров. Давайте рабочую область, да, сделаем, ну, 25, может, sorry, 25 на 25. Окей. Теперь нам нужно задать размер. Нулевую точку зададим, вот центральный пиксель, куда мы будем вставлять нашу готовую модель. Переходим в вкладку к рельефу, импорт 3D модели. Так, нам нужно найти нашу звезду. Вот она. Звезда STL. Открываем. Вот она у нас здесь появилась. Отлично себя чувствует. Красиво выглядит. Так, 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 так. И ее размеры. Высота 6, почти 7 миллиметров. А нам нужно... Давайте пробуем привязать. Здесь 20 миллиметров. Нет, не получается. Снимаем вот эти флажки, задаем свой размер 20-25. Применяем. Наша модель стала меньше. Здесь 0 0 0. Применить. Наша звезда стала точно вроде бы, да? Сейчас посмотрим. Да и не важно. Центра она не стала почему-то. Вот здесь 20 применяем. По центру ставим. Хорошо. Так, 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 так. Ставить.
Отлично. Вставили мы нашу модель. И видим здесь жуткие ребра какие-то. Так, посмотрим 3D Max'е. Откроем более поздний, файл. Open file. Don't save. Ну, вот это откроем. Удаляем турбосмус. Проверяем точки, на какой высоте они находятся. 5, 5, это минус 2, хорошо. Поднимаем всю нашу модель. На 2 миллиметра. Пивот в ноль. Сохраняем. Группа сглаживания на месте. Да. Так. Давайте экспортим эту модель. Звезда 2. Сохраняем. Бинари Async. Честно говоря, вот я не знаю, что это. Звезда 2. Давайте Async попробуем. Окей. Так. Рельефы обнулить. Это тут есть. Обнулить. Давайте теперь вставим нашу вторую модель. Импорт 3D модели, звезда 2. Открыть. Так, она у нас появилась. Красиво пока не выглядит, пока ее не вставили. 0 сдаем. Снимаю флажки. Задаем здесь 20 миллиметров, 20 миллиметров, 5 миллиметров. Применить. Применилось все. Ставить. Вставляется почему-то две звезды. Арткам что ли глючит? Так, ставим паузу. Так, я решил нашу проблему. Во-первых, я добавил уклон, потому что когда станок будет обрабатывать, да, ровный угол он сможет сделать, но когда вы будете из своей матрицы извлекать готовую деталь, она просто будет застревать там, поэтому нужно добавлять угол. Вот. Удалил я вот с помощью вот этого маленьких отверстий, если они имели место быть, я их удалил и добавил угол.
добавить уклон. Здесь задается на какой угол, я задал 5 градусов. Вот, и таким образом задал угол. Вот, а потом сглаживание. 5 проходов. Вот. Все, у нас получилась такая ровненькая звездочка. Значит, в следующем видео я вам покажу, как создать, как я делал матрицу, в которой будет несколько наших вот этих звезд. Там будут размеры, как я это все это делаю. Вот. Спасибо за внимание. Подписывайтесь, смотрите мой канал, ставьте лайки. Всем большое спасибо. До следующего видео. Пока.